Ксибос с белым вином, запеченный с овощами. Для маринада к ксибосу подготовите овощи, тонко нарезать перец, нарубить чеснок, цукини разделить на слайсы. Ксибос выложить на фольгу, полить растительным маслом, добавить тархун. Чеснок и цукини поместить вовнутрь рыбы. Цветной перец и помидоры черри распределить по поверхности ксибоса. Залить рыбку белым вином. Плотно запечатать фольгу и отправить ксибоса запекаться на 15 минут в духовку, нагретую на 180 градусов. Спаржу очистить от ножек и отправить тушиться на медленном огне с чесноком в сливочно-оливковом соусе. Для пикантного вкуса можно добавить вина. В дополнение к блюду карамелизовать лук-шалот в винном соусе. Очищенный лук потушить в сливочном масле 15-20 минут. Как лук приобретет золотистый цвет, добавить полную чайную ложку муки, бальзамического уксуса и красного вина. В качестве гарнира подать картофель по-домашнему.